Салам алейкум, пацаны! Мы получим бесплатно магический куб, также все эволюции в одном событии, также новые наборы и новый легендарный набор. И много всего интересного в этом видеоролике я вам расскажу и покажу даже. Друзья, оставайтесь до конца этого видеоролика по-братски. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на каналчик. Не забывайте, конечно же, подписаться на мой телеграм-канал, где я для вас делаю розыгрыши, а также подвожу итоги на все конкурсы. Ссылка в описании. Ну и, конечно же, тянуть я не буду и буду приступать уже к началу топовых сегодняшних, скажем так, новостей. Самое первое, что хочу вам показать, конечно же, друзья мои, это уже на зарубежном регионе добавили новое событие, где именно исключительно, друзья мои, там будут все эволюции. У многих, наверное, из вас не хватает каких-то определенных эволюций, да? И многие из вас, наверное, хотели себе что-то приобрести определенно. И вот, друзья, должно у нас выйти уже новое событие со всеми эволюциями. Получается, джекпот будет какой-то, да, определенный, где все эволюции будут в одном, где вы сможете приобрести себе, да, и получить одну эволюцию, которая вам нужна, а может даже и две. В общем, ролик реально будет очень интересный. Поехали дальше, за это обязательно, друзья, мы ставьте лайк. Дальше у нас, конечно же, это тоже очень офигенно, магический куб, друзья мои. На зарубежке уже вышло новое событие, и при добавлении нового персонажа, мы сможем получить бесплатно магический куб. Это новое событие, на зарубежке оно уже будет добавляться, и, скорее всего, 99%, что это событие тоже до нас дойдет, и магический куб у каждого будет на аккаунте. Пожалуйста, напишите в комментариях, сколько у вас магических кубков на аккаунте и сколько вы обменяли наборов на магический куб. Тоже мне будет интересно. У меня на аккаунте 10 магических кубков, и у меня почти все они, всех я уже, да, обменял на все наборы, которые есть в обменнике. Так что тоже напишите, будет мне интересно почитать. Ладно, поехали дальше. Дальше, конечно, друзья мои, это новые штаны ангела, которые нам должны дать при новом обновлении на целых 3 дня на использование, скажем так, попробовать. И если кому-то из вас понравятся эти штаны ангела, потом уже будут добавлять события, и каждый из вас, кто захочет, будет себе уже их выбивать. Так что это реально тоже очень бомбовое событие. Надеюсь, что в обновлении нам добавят эти штаны ангела, попробовать хотя бы поиграть хотя бы на пару дней. Но я вам, скажем так, уже видеоролик снимал, что на 3 дня уже на зарубежке уже давали. Так что думаю, нам тоже дадут. Поехали дальше. Дальше, конечно, друзья мои, еще бомбовый видеоролик, конечно же, событие точнее, это где должен добавить новый набор, конечно же, это будет клоун, но неонового цвета, неоновый цвет, вы понимаете, это реально очень бомбово, и многие регионы уже об этом говорят, и скорее всего, пацаны, процентов на 90%, что нам тоже добавит этот набор. Набор будет также с событием, да, бандитов. Тоже там будут всякие разные клоун-наборы, да, там красный, синий. И также нужно добавить еще вот этот неоновый цвет. Реально тоже очень бомбово. За это тоже, друзья мои, поставьте обязательно лайк. И поехали к самому топовому, друзья мои. На зарубежке добавили также события. Не знаю, по отношению к чему, Курам-Байрам, да, если правильно произнес, если неправильно, спросите, пожалуйста. Или в честь Рамадан, да, не знаю, но на зарубежке уже начинает выходить такое событие. Возможно, не знаю, у нас тоже добавят, возможно, не добавят, не знаю. Но то, что на зарубежке уже начинают добавлять всякие халявы с этим праздником, не знаю, возможно, будет у нас, возможно, не будет. Утверждать, друзья, мы сразу говорю, не буду, чтобы вы ничего не говорили, но на зарубежке уже такое есть. Так что надеюсь, что, ну, разработчики нас тоже порадуют, да. И всех с прошедшим праздником, да, кто там праздновал, да. Вот, и, конечно, друзья мои, хочу всем пожелать здоровья. Самое главное, не болейте. Я лежу в больнице, для вас снимаю видеоролик с больницы. Так что, друзья, за это обязательно поставьте лайк, подпишитесь. Вот такие у нас сегодня новости, реально были очень, я считаю, интересными. Самому было интересно для вас снимать. И, конечно, братва у нас выходит в день по 2 видеоролика. Стараюсь выпускать по 2 видеоролика. Так что, друзья, пожалуйста, максимально проявите поддержку. Также, братва, не забывайте подписаться на группу ВКонтакте. У нас там больше 30 тысяч подписчиков. На Телеграм подписывайтесь, ссылка все будет в описании, также в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте про настройки. Кому из вас нужны настройки, спокойно пишите мне ВКонтакте, покупайте. Цены реально недорогие, каждому из вас настрою. Ну и, конечно же, я вас сильно всех люблю. Ссылка на ВК, друзья, кстати, в описании. Пишите, если нужны настройки. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю, всех обнял. Скоро к вам вернусь с новым видеороликом. Знаете, вы самая лучшая аудитория. Всем пока, до новых встреч. Я вас сильно люблю. Пока, друзья. Красавчики. Спасибо всем за поддержку. Это реально лучшие вы.